скажем так, выходе из детского дома, да, вот у тебя какие были ожидания, когда ты знала, что вот все сейчас, буквально через пару дней ты выйдешь из детского дома, это вот что было внутри, какие чувства? Я не могу сказать прямо ожидания, у меня была жуткая потерянность, правда. 9 марта, мой день рождения, 18 лет. То есть я ждала, думаю, так, сейчас со мной придет, значит, воспитательница, проведет мне какую-то беседу, ну, вроде как, ну, по плану там хотя бы, я уж не знаю. Там, и все, и я вот выйду, жду никакой беседы, со мной никто не разговаривает, к директору меня не вызывают, ну, чтобы какие-то напутственные вот сказать, для меня это был шок на самом деле. То есть мне отдали личное дело, мне отдали книжку, на которой были деньги, для меня на тот момент огромные. Я съездила в первый день, купила телевизор и, господи, кровать. Ну, у тебя квартира уже была, в смысле, как тебя куда отправили? Нет, еще квартиру не выдали, там на самом деле такая история. Квартиру еще не выдали, а меня отправили к брату. То есть, ну, вот квартира, которая осталась от бабушки. И там то есть бабушка умерла уже, там получается? Жил брат. Да, там жил брат. Я вернулась в детский дом, купила, вот я говорю, кровать и телевизор, вернулась в детский дом, купила там торт, думаю, сейчас, ну, чаепитие какое-то устроить, значит, ну, вроде как день рождения, хочется же как-то отпраздновать. Время 8 часов вечера было. И получилось очень некрасиво в том плане, что подошел ко мне директор и сказал, после 10, чтобы тебя тут не было. А я как бы планировала остаться на ночь, потому жестко. Что у меня ни постельного белья, ни одеяла. Ну, то есть мне переночевать там, ну, для меня это как-то дико было. То есть я думаю, как так, столько лет тут? То есть я думаю, ну, еще переночу, а завтра там докуплю что-то и уже, может быть, на ночь. Потихонечку, да. Да. Но я на тот момент была тоже уже с характером. Было обидно, но я сказала, извините, нет. То есть мою кровать уже разобрали, вынесли в коридор, я захожу в свою комнату, у меня кровати нет. Состояние шока. Состояние кошмар, шока. Да? Тебя я просто выкидывают, обиделась. И все. Я там рыдаю, я подхожу к педагогу, с которым у нас были, ну и по сей день очень тесные, хорошие отношения. Все в шоке. Почему директор вот так сделал? То есть она подумала, что я в этих пакетах принесла, видимо, спиртное, и тут сейчас хочу всех, значит, споить. Устроить такую вечеринку на прощение. А там были торты, там конфеты. Ну, в общем, нет, я сказала, я сейчас никуда совершенно не пойду. Девчонки со мной поделились, кто-то, значит, мне там дал подушку, кровать там стояла, в общем, поделились бельем и так далее, и я осталась там ночевать. На следующий день я уехала и больше, конечно, сказала, все, я больше сюда ни ногой. То есть я жутко обиделась, мне было жутко обидно. И на следующий день к тебе тоже никто не подошел и ничего нет, не сказал? Нет, на самом деле неправильно то, что они сделали. Это с чисто человеческой точки зрения и даже юридической, мало того. Как выяснилось потом, что я могла еще спокойно год жить в детском доме на гособеспечении и так далее. Но на тот момент я же не знала своих прав там и так. Вот интересный вопрос, да? Человек выходит из детдома, не знает своих прав.